Сотрудники СУЗАК скоро УВД задержали преступную группу, долгое время промышлявшую скотократством. С начала года в местный отдел полиции поступило свыше десятка заявлений о пропаже скота. Для раскрытия серии краж была создана специальная оперативно-розыскная группа. В результате мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в совершении преступлений – молодых людей 20 и 21 года. Жалпы бұл топтың айналысқан негізгі ұрлықтары елді мекендегі. Молодые люди 1995 и 1996 годов рождения ездили по улам района и выслеживали одиноко пасущуюся скотину. В их поле зрения попадали как мелкий, так и крупный рогатый скот. На следствии подозреваемые признались в 14 фактах кражи скота. После похищения злоумышленники либо продавали животных на базаре, либо, разделав на мясо, реализовывали по торговым точкам. По факту кражи скота было возбуждено уголовное дело по статье 188 части 2 и 3. У подозреваемых изъят ряд вещественных доказательств. Сейчас задержанные заключены в изолятор временного содержания. Подозреваемые также проверяются на причастность к другим ранее совершенным преступлениям. В Шымкенте сотрудники полиции провели очередной рейд. На протяжении нескольких часов рейдовые группы пресекали нарушения правил дорожного движения на центральных улицах города. Главным образом – превышение скоростного режима. Для этого полицейские использовали ручные радары, недавно поступившие на вооружение. В результате профилактических мероприятий только в течение одного часа сотрудники местной полицейской службы задержали более десятка лихачей. Все нарушители правил дорожного движения привлечены к административной ответственности. На них наложены денежные штрафы от 20 до 40 тысяч тенге. В Тюркубасском районе недалеко от поселка Состюбе столкнулись легковая автомашина «Ауди» и грузовой «КамАЗ». Видеокадры дорожно-транспортного происшествия по сети WhatsApp нашей передачи предоставил один из зрителей программы. Как рассказывает очевидец, легковая автомашина выезжала на автомобильную трассу со второстепенной дороги, не пропустив двигавшийся по главной дороге КамАЗ. В результате столкновения грузовик перевернулся, а мешки с картошкой, которые он перевозил, высыпались на дорогу. Как позже выяснилось, в «Ауди» люди серьезно не пострадали. Более тяжелые травмы получил водитель КамАЗа.